Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также моей группы в Facebook, где продаются все монеты, которые предоставлены мне в видео. Итак, сегодня у нас очередная такая подборочка, 15 монет экзотических стран. Вот сейчас их вместе с вами рассмотрим, покажем, немножко про них расскажем. Вот. Ну, самое главное, что покажем, что же у нас здесь такое интересное представлено. И первая у нас монета, это у нас монета Австралия, 5 центов. Вот. Монетка обиходная, гурт ребристый, Австралия, 1990 года. Медно-никелевый сплав. Вот прекрасная монетка в прекрасном состоянии. Кому интересно, ссылочка в описании, можно будет перейти в группу и заказать. Следующая наша монетка, которая уже у меня присутствовала в видео, это у нас Зимбабве, 1 цент, 1997 года. Такая вот интересненькая монетка, гурт ребристый, здесь изображение Зимбабве в неплохом состоянии, 97 год. Вот, сталь с бронзовым покрытием. Такая вот прекрасная монетка. Следующая у нас монетка, тоже монетка Зимбабве, уже изображение дерева. Так, прекрасная, красивая монетка Зимбабве. Гурт у нас уже гладкий, медный никелевый сплав. Вот. 1980 год. Такая вот монетка страны Зимбабве. Следующая наша монетка, на мой взгляд, тоже неплохая, красивая. Это у нас 100 шиллингов. Уже было у меня, кстати, в видео. 100 шиллингов, 98 год. Вот. Это у нас Уганда. Большая монетка. Гурт у нас ребристый, медный никелевый сплав. Вот, банк of Uganda, 100 шиллинг. Такая прекрасная монетка. Кому интересно, заказывайте, ссылочка в описании. Переходите в мою группу и ставите плюсик, монетка ваша. Следующая монетосина, это у нас Барбадос, 1 цент. Таким вот изображением трезуба морского. Вот. Буква Б в виде морских водорослей. Вот гурт гладкий, материал бронза. Здесь вот такая вот Барбадос. Такая вот монетка в отличном состоянии. Кто захочет себе, может приобрести коллекцию. Следующая наша монетка, это у нас Ямайка, 10 центов. 1908 год. 86 год. Тенцентс, гурт ребристый, Ямайка, 1986 год. Такая вот симпатичненькая монеточка. Кому, кто хочет себе в коллекцию, переходите по ссылочке в группу и там покупаете. Следующая наша монетка, это у нас монетка страны Гватемала, 25 центов, тоже такая уже была у меня в видосике. 25 центаво, 1980 год, материал медный никелевый сплав, на ребре у нас Республика де Гватемал, СА, вот, и у нас здесь Республика де Гватемал. Такая вот красивая монетка, как на мой взгляд. Вот, такая вот у нас получается как бы зеркальная сзади нас. Так, следующая наша монетка, это у нас Маврикия, была уже тоже у меня в обзоре. Маврикия, 1997 год, 10 рупий, вот, мужик рубит бамбук. Вот, монетка у нас гурт гладкий, монетка семиугольная, здесь мужик в очках.
такая вот монетка интересная, в коллекцию себе положить довольно-таки будет красиво. Так, следующая наша монетка, это у нас 2 цента, Мальта, 1970 год, медный никель сплав, гурт у нас ребристый, здесь у нас такой вот Мальта. Вот такая вот монеточка. Кому нужно в коллекцию, по ссылочке переходим в группу в Фейсбуке. Там выставляются все монетки, что предоставлены мне в видео. 25 центов. Тринидад и Тобаго. Уже такая монетка у меня была. 2005 год. Город ребристый. Здесь такое вот изображение. Прекрасная монетка. Прекрасно. Красивая. Может стать хорошим пополнением вашей коллекции. Так, и заключающая наша пятерка. Это у нас 50 песо, 1991 года. У нас мидцинк никель. Гурт у нас ребристый. Вот. Получается монетка вот такая. 50 песо. Где у нас? Ого. Ой, между ногами. Республика Д. Колумбия. Такая вот красивая монетка, 91 год. Кому интересно, заказывайте. Я в группе. Ссылочка в описании. Следующая наша монетка, это у нас Намибия, 10 центов, 93 год. Материал сталь с никелевым покрытием. Вот, с изображением дерева. Гурт гладкий. Республика Намибия. 93-й год. Вот прекрасная монетка в прекрасном состоянии. Может быть хорошим пополнением вашей коллекции. Следующая, как на мой взгляд, интересная. И такая вот, ну, в наших краях по Украине редкостная. Это Гватемала. 10 сантим, сантаво. 83-й год. Вот. Манолито де Куарикуа. Так вот. Монументом такая вот монетка. Республика де Гватемала. 1983 год. Такая вот солидная монетка. Гурт ребристый. Материал мидно-никелевый сплав. Так. Предпоследняя наша монетка на сегодня. Это у нас Кипр. Тоже такая красивая монетка, как на мой взгляд. Очень будет красиво в коллекции по экзотике. Это у нас 25 миль, 1974 год, где наш фокус. Город ребристый. Такая вот у нас монетка с изображением орлом в щите. Что с нашим фокусом не хочет. Ну, как на мой взгляд, очень красивая монетка. Ну и редкостная относительно. Так, и напоследок последняя у нас сегодня монетка. Это у нас 50 центов, 95-й год. Зимбабве. Тоже уже у меня была такая вот монетка на обзоре. Гурт у нас гладкий, мидный никелевый сплав. Тут такое вот изображение у нас орла. 95-й год. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать наш небольшой обзорчик. Напоминаю, все монетки будут продаваться в группе в Фейсбуке с ценами. Хотите узнать цену, переходите по ссылочке. Там будут все цены на все монетки. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписаться, зайти в группу, подписаться в группе на мои обновления. Всем пока, до новых встреч.